Так, ну вот, включили. Получается, автомат включаем. Показываю, да, крутилочки. Хоп, все работает, все работает, все работает. Здесь тоже работает. Третий работает. Здесь тоже. Четвертый. Все крутит. Уменьшает, увеличивает. Лампочки светятся. Какая-то пятая по счету работает. Шестая. Увеличивает, уменьшает. Также. Все работает. Седьмая. Все работает. Восьмая. Ну и крутилочка. Ну и по фейдерам, да, вот. Первый фейдер. Второй фейдер. Третий фейдер. Четвертый фейдер, пятый фейдер, шестой фейдер, 0 до 127 стабильно, седьмой фейдер, ну и восьмой, само собой, фейдер. Вот, все работает. Здесь тоже пресетики крутятся. Нажимается, переключается. Ну и тут тоже все кнопочки жмутся. Все это надо настраивать. Пейджики тоже назначаются там под всякие. Под синты здесь 10-80. Есть какие-то пресеты. Различные эти. Так сказать. Темплейтс или как они. Патчи. Уже можно и свои записывать, и готовые какие-то есть под Fruity Loops, Ableton, тому подобное.